Band Studio. Come on, get him inside. What happened? Got hit again. Squatters off the highway. О, вот эту игру тоже на прошлом показывали. Актер сейчас узнаешь ты, наверное, кто в главной роли. Это Days Gone, игрушка про зомбарей, про толпы. Вот неизвестно, когда тоже выйдет, но она прям тоже прикольно понравилась. Графон как в Uncharted, в Last of Us, и толпы зомбарей, короче, отстреливать. Правда, вот этот геймплей не показывали еще. Фига, он тут открытый мир, что ли, тоже? Ну, ты узнал этого актера? Он играл этого. Star Wars Force Unleashed. Как его там звали? Главный герой Star Wars Force Unleashed. Старкиллер, да. Да. Ну, он еще и в фильмах снимался, как бы, в сериале вот этом, в этом, по-моему, такого. Ну, прикольно. Сериал-то этот, про супергероев DC-то, про в юности, там, где Супермен, там, Лекс Лютер. Он там тоже кого-то играл. Тайны Смолвиля? Да, он там кого-то играл, Тайны Смолвиля. Это, типа, такая GTA-шка в мире зомби? Вот, честно говоря, я пока... По-моему, это вообще должен чисто экшон быть. Не должно быть как GTA-шка, по идее. Я думаю, это типа Last of Us, только более экшоновый такой. Линейный сюжет в открытом мире. Ну, он может не открытый, просто может большие локации. Также делали одни из нас, там она. Там очень большие локации, как бы, но они на самом деле все нелинейные все сделали. Так и в Ассасине делали, как бы там открытый мир, но при этом. Не, ну там не как в Ассасине, там, то есть все равно ты проходишь. Куда-то проходишь, дальше ты не вернешься, то есть там так, как бы так сделано. То есть вот локация, она на время, не пока знаешь, ты куда-то не пройдешь. Не знаешь. Ты про Horizon говоришь? Нет, я говорю вот про эту игру и про Last of Us. Но ты этого не знаешь, ты же не играл в эту игру. В эту нет, но... Ты можешь утверждать 100%. Я думаю, что так, что тут... Ну, а я думаю, что сейчас пришельцы прилетят. Но это не точно, понимаешь? Блин, смотрится круто. Круто выглядит. Кстати, да, про паука ребят наверняка тоже что-нибудь расскажут, блин. Я забыл, что это за студия. Она что-то делала до этого, там, портировала какие-то игры на PSP, по-моему, или что-то типа того. Что-то они делали, я уже играл, но что, не помню уже. Воу-воу-воу. Нафиг я мучился и запускал трансляцию, ты мне скажи, а не зачем. А чего у тебя случилось? Много слишком зрителей. Ну, у меня тоже немного. Не влезают. Не влезают. У меня тоже пока немного. Завтра посмотрят запись. Да кому это нужно? Сейчас все подряд стримят в E3. Все кому не дают. Надо было просто посмотреть и все. Ну, хочешь, смотри просто. Что тебе мешает? Смотрите и стримите. Здание трансляции такое время. Мог посмотреть на Undertale на PS4. Ой, это все. Пропустил. Как жить теперь? О, капканчики. Прикольно. Ну реально Last of Us напоминает. Кустики такие, веточки через спину у него выходят насквозь. Смотри, прикольно, да? Ну это значит, открытый мир значит точно будет, раз такие косяки. Такие косяки сейчас такой открытый мир бывает. Они делали Uncharted на Vita и Siphon Filter, да, и Resistance на PSP. Ну вот точно, точно. Помню, был Resistance от третьего лица на PSP, он неплохой, кстати. Uncharted я на Vita не играл, к сожалению. Ну то есть они портативные игры всегда делали раньше. Ну тут чувствуется такой проект, конечно, масштабный. Ну там подписался. Пошел и проверил. И отвлек, типа, и побежал дальше. Вот то, что тематика с зомбаками, мне нравится. Минато, я знаю, да. О, побежали зомбятины. Короче, вот всю игру будет такой эпик, походу, да? Беготня от толпы зомби в стиле Войны миров Z.
Да. Тут. Ну ты не видел старый трейлер с того года? Ну, мы в прошлом году видели же трейлер вот этой игры. Ну вот там, где толпа за ним бежала, он их отстреливал. Ну, мы вместе смотрели, мы. Ты, я и Лёха. А, значит, мы втроём всё-таки. И три там был, да, там Horizon еще показывали, мы его там угорали в игре постоянно. Ну там, по-моему, вот первый трейлер вот этой игры, по-моему, там графа была похуже. Ну да, да. Если я не ошибаюсь. Там, правда, да, там как-то было. Ну, блин, год прошел, конечно. Ну, мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы было поменьше стелса и побольше такого фикшона. Тут, ну, тут, видать, они решили замутить такую систему прям серьезно. Ну тут, видимо, если ты спалишься, то экшон-то и пойдет, когда захочешь. Захочешь, вот экшон пойдет, не захочешь, остался иди. Ребятки, вам сейчас нас хорошо слышно, а то, мне кажется, громче стала трансляция. А вы, ребята. Привет, ребят. Они тут тебе привет передают. Всем привет. Точно старый киллер. Вот с этого ракурса только узнал его. Ну он еще повзрослел, я его в одном фильме видел тут как-то. Тоже он такой уже вырос, там ему лет-то уже на самом деле дофигища. Поигрковатого чувака играл в одном фильме. Ужастики. Ох, я тут медведь-зомби не высотил. Да, это как Red Dead Redemption, короче. Ты играл этот? Англия внизу, как нормально слышал.